Всем приветики, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня, как вы видели по заставке, хочу протестить вот такие вот ракетки 0.4.45. Вот. Надеюсь, они будут классно взрываться. Вот такой дизайн у них интересный. Взял две упаковки, 24 штуки. Будет очень интересно, поэтому давайте, пожалуй, начнем их взрывать. Также взял с собой петард классных повзрывать в снегу. Думаю, получится интересный ролик. Так, давайте пока поставим их сюда. Вот, смотрите, давайте первый затестим туда, пусть полетит, чтобы было видно, как она срабатывает. Во, беру зажигалочку и погнали. Так, посмотрим, что это за ракетки и как они взрываются. Ух ты, что стартуют они, конечно, мощно. Давайте еще. Ого, так стартует, что я даже не вижу, куда они летят. Давайте вот так. Да, вот это, конечно, мощное, блин. Не то, что от феерии. Давайте две. Вот это да. Кайф, блин. Жаль, их раньше не было. Ракетки просто класс. Так. Я бы такие всегда тестил. Летят далеко причем. Вот это да. Класс. Так, давайте тогда их вот так вот установим, чтобы было видно. Будем по очереди запускать. Класс. Супер. Очень понравились. Это у нас, напоминаю, агенция Свято, смотрите. Ракеты очень клевые. Рекомендую, ребят. Я попробовал, мне очень понравилось. Пока еще ни хрена не просрал. Взлетает вообще просто в лед. Так, одна где-то просто потерялась, когда я вытягивал, точно помню. Давайте попробуем так. Блин, даже не видно, куда она летит. Вообще жесть. Давайте попробуем под снег. Насколько она мощная будет. Класс. Так. Давайте вот так вот остальные поставим, чтобы нам было их хорошо видно. Блин, ракеты. Так, есть здесь. Ракеты просто улет. Стартует прям знатно. Вот столько осталось. Давайте протестим остальные. Нужно немножко ниже наклонять. Ой, фитиль потерялся, жаль. Но я там видел фитиль, когда вытягивал с пакетиков. Это я, наверное, выдерну. А так пока все целое. Если вот так вот, блин, не будет видно все равно. Дыма, правда, жесть. Так, и последняя осталась. Так, эту сюда. Давайте последнюю затестим
Вот так. Есть, вот там равно. Класс. Мне очень понравились. А как вам, напишите в комментарии. Если да, буду еще такие брать. Что ж, давайте повзрываем каких-то классных петард. Смотрите, есть у нас вот такой Crazy Robots от фирмы Maxim Fireworks. Супер мощный. Давайте посмотрим, как он взрывается и что после него остается. Вот это да! За пазуху залетел снег аж. Так, фитиля нету. Жаль. Давайте тогда что-то еще тогда выберем. P2000. Вот это мощный хлопок. Так. Смотрите, есть носка 1000. Давайте ее по центру лупанем. Хорошо. Так, можно здесь розочку прям кинуть. Так. Блин, как бы эту петарду взорвать? Ладно. Не будем ее мучать. Уберем. Так, есть К03. Но она не очень мощная, насколько я помню. Если вообще взорвется. Давайте P150. P150 и что-то еще. Блин, P150 затух. И это тоже. Ё-моё. Сейчас я тоже рванет. Не хочет. Так, тогда в сторону. Эту тоже на выброс. Так, есть вот такие две. Ты шо? Вот это же ослепило. Что, вторая улетела? Куда-то улетел. Так, К1000. Беру. Мощь. Так, есть еще синяя П2000. Black Devil. Мощь. Так, что еще? И вот таких две петарды напоследок. Давайте вот здесь бабахнем. Так, вторая. Что-то затухло. Сейчас подправим.
Вот такие взрывы получились. Так, позапускали ракет, повзрывали классных петард. Если хотите, чтобы я еще затестил какой-то другой пиротехники, например, других ракет, другой фирмы, посмотреть, как они летают, пишите, я буду обязательно взрывать. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, ребят, подписывайтесь на канал, кто не подписан, чтобы не пропустить следующее видео с тестом каких-то других ракет. Подписывайтесь на второй канал, ссылка будет вот здесь, также внизу в описании. На втором канале выходят тоже классные видео с петардами, как и здесь. Очень интересные, поэтому рекомендую. Подписывайтесь, не пожалеете. Смотрите, здесь 4 видео, они тоже классные, может быть, вы еще не видели. С вами был TNT Fox, всем спасибо за просмотр. Пока-пока, жду вас, ребят, в следующих интересных видео. До новых встреч.